Ну, вот такая вот обнова. Если снять зеркало панорамное, как бы вот что видно. Ну и соответственно разница колоссальная. Вот так это выглядит. Вот такое зеркало. Посоветовали автостоп зеркало на 300 миллиметров для фьюжика, чтобы не задевать козырьки. В общем, как-то так. Видно, как в аквариуме. Очень много, больше ребенка. Сейчас настрою, и будет все окей.